Других посмотреть и себя показать. Химкинские казаки отправились на ежегодный фестиваль «Станица» в подмосковную Рузу. Там представители казачьих обществ со всей области отчитаются о проделанной за год работе, а также познакомят гостей фестиваля с культурой и традициями казачества. Для этого будет организована концертная программа и ярмарка. Там участники лучше всего смогут познакомиться друг с другом и обменяться опытом. В Рузе специально поле такое огромное выделено, и там часовня стоит, то есть молебен обязательно, парад, можно сказать, что парад, потому что все-таки поле, там пройти-то не очень сложно, атаман около каждого общества останавливается, здоровается, это вот в самом начале, а дальше уже там ставят палатки и... Народ уже общается сам между собой. Химкинское хуторское казачье общество насчитывает 26 человек. Казаки активно участвуют в городских мероприятиях. В феврале этого года они открыли детский центр. Ребятишки любого возраста могут изучать историю России и казачества совершенно бесплатно.